Всем добрый санкт-петербургский солнечный день. В эфире Сергей Табачников, и сегодня я хотел бы поиграть для вас на гитаре. Для многих это будет открытие, но я музыкант и играю на гитаре последние 39 лет. Недавно купил примочку от фирмы Dode. Это овердрайв, а называется Looking Glass. Я замечу также, что здесь в логотипе указан мыслительный заяц. Кто знаком с передачей «Мысль», тот наверняка оценит. В чем преимущество капитализма над коммунизмом Советского Союза? Видите надпись «Дизигнет бай»? Это какой-то город, наверное, в Белоруссии, скорее всего. Шое. Это фамилия. Башмак, по-нашему, по-бельгийски. Значит, этот человек Башмак, он изобретатель. Он делает примочки. Соответственно, сидел он всю жизнь, сидел и придумал однажды схему восхитительную. Но денег на серийное производство у него нет. Поэтому он разослал в 69 тысяч компаний-производителей бизнес-предложение о том, что у него есть волшебная схема, и он хочет на базе мануфактуры, уже готовой, выпускать свою моделечку. Откликнулась компания DOT и AMT. И господин Башмак свой выбор сделал. Мы не вправе осуждать беднягу, но тем не менее. Значит, в чем гений этой примочки? Это обыкновенный овердрайв. Здесь есть громкость. Гейн. Этим уже не удивишь. Переключатель low gain и high gain. И дальше начинается все самое интересное. Кнопка, так называемый input filter, которая в максимальном положении, вот так вот, дает прямой сигнал с гитары. И когда мы его уменьшаем, эту ручку, это все равно, что мы крутим тон на гитаре. Эта ручка связана с входным импедансом. То есть, если у вас чересчур яркая гитара, сингл, или что-то как-то не работает с данным конкретным усилителем, одним легким движением, мы сейчас это посмотрим, вы можете подкрутить яркость своей гитары. За эту только лишь ручку уже можно было дать премию. Дальше. Эквалайзер, так называемый, состоит стеком из двух частей. Значит, нижняя часть – это низ, и верхняя часть – это верх. Это тоже гениальное изобретение, чтобы не путаться. Низ-низ, вверх-вверх. Но все не так просто. Низ отвечает за то, сколько энергии низа перейдет на гейн. Иными словами, чтобы понять, если мы положим ручку в максимум, то вся придурь гитары перейдет в примочку, и звук станет похож на фуз, то есть полноспектрово он наядрит сигнал полноспектрово. Весь безумный низ попадет в овердрайв. Сигнал станет очень круглый, плохо понятный, но безмерно большой. Стало быть, это работает так. В максимальном положении сигнал естественный, как и здесь. И в левую сторону мы крутим, мы срезаем низ. Именно поэтому здесь и написано bass cut, то есть срез низа. И вверх. Он немного изменяет вверх, насколько много верха. Поэтому она и расположена сверху. Ничего как бы хитрого нет. Тоже очень полезный регулятор для того, чтобы настроить
подстроить и деформировать ваш звук. Значит, меня как посетителя Ютуба всегда бесило, что какой-нибудь пидор использует овердрайв с телекастером на усилителе Fender Deluxe. Хотелось, конечно, ему написать на настоящем немецком языке, что ж ты, пидор, делаешь? Ведь я же хай-гейн монстр, зачем мне? А я хочу купить. Ты бы не мог как бы их есть. Но никто этим не увлекается. И с другой стороны, какие-нибудь хай-гейновые дегенераты, они тоже выкрутят вот так. То есть гейн на минимум, громкость на максимум и играют себе. И чё? Вот. Поэтому я подготовил для вас, ребята, подготовил соответствующие пресеты, коих, значит, раз, два, три, четыре, пять. Пять пресетов. Это Fender Deluxe, Vox AC30, Mid-Gain, что-то маршалоидное, High-Gain, убожеский High-Gain, это Mesa Rectifier. Посмотрим, как эта примочка исправляет звук этого придурочного усилителя. И High Gain Lead – это 51500, чтобы посмотреть, насколько эта штука наедряет, укругляет и позволяет. Мы начнем с самого начала. Я загружаю пресет Фендера. Давайте попробуем. Я включу отсечку, сингл. Это Fender Stratocaster. Здесь два звукоснимателя хамбакера. И чистый звук, он выглядит так. Вот прям в самой, что ни на есть инструкции написано. Примочка очень, сука, сложная. Поэтому мы рекомендуем вам все ручки поставить в нун, в 12 часов, в самый центр, чтобы это была ваша starting point. Поэтому мы сейчас именно так и сделаем. Как можно заметить, на сингле очень ярко, поэтому я добавлю яркости, чтобы разъедало ваши ушки. И в обратную сторону, соответственно. Совершенно потрясающе. Вот верну. Сейчас, значит. Что, если я сделаю это ручкой тона на гитаре? Это похоже на функцию тона, но таковой не является. Это что-то другое. Это работа именно с входным импедансом. Поэтому совершенно гениальное изобретение. Можно заметить существенный шум, но такова схема. За все надо платить. Давайте я вам покажу, что такое многонасыщенный низ. Вот это низ таким, каким вы его создали. А сейчас мы его подобрежем. Вот так звучат большинство примочек, таких как эта, зеленая и прочие другие. Чтобы не было эффекта фуза, низ срезается.
и потом все остальное существенно наедряется. Вот примерно так и выглядит. И как задумывал создать великий творец в середине. Напомню. Стало быть, просто восхитительно. Ну, режим хай я вам поставлю, просто чтобы понималось. И не шумит. Да, действительно странный режим, но на любителя. В общем-то, можно сделать абсолютно все, что угодно. Не показал вам только ручку верха. Давайте посмотрим. Ну, опять же, просто удобно для конкретной гитары, конкретного усилителя подбирать что-то подбирать. Поэтому вот. В общем-то, можно сделать вот так. Перейти на палец, добавить супер холл и получить Джефферта. Обращу, кстати, внимание на то, как замечательно она реагирует на ручку громкости. То есть... гейна убавилась, но, как обычно, мутного говна не пришло. Она такая же божественно яркая. Конечно... Струны Дадарио новые я поставил специально для обзора, но мы-то понимаем, что Рихард Шоу из Белоруссии, вот кто герой. Excellent. С этим все ясно. Теперь перейдем на мид, low mid gain. Если такой вообще бывает, а именно усилитель Vox. Музыка.
Восхитительная ручка низа, совершенно. Уберем и сразу то, что надо будет. Я не знаю, что еще, что может быть лучше. Перейдем в мид-гей. Мид-гей – это что-то… И включим хамбакер. Мид-гей – это у нас маршалоид, а именно маршалоид Джо Сатрианина. Поддадим газу. Шумит, конечно, да? Шумит. Но, как говорится, вот так. Гейн на нуле, она вроде как бустит, но какой-то восхитительный структурно-фактурный не строит. Поэтому я предпочту оставить немножко гейна. Thank you.
в общем-то, все, что требуется, все можно сделать. Верну состояние автора. Значит, мы подобрались к Mesa Boogie Rectifier, которая сам по себе обладает, так скажем, сырым, несбалансированным звуком, очень много низа, примерно этого же смысла, когда мы вот эту выкручиваем, то очень много низа попадает на преамп, и в итоге звук становится большой, но неразборчивый. Ну, я, конечно, там начитерствовал уже в настройке звука, более-менее все срезал, чтобы было не совсем блевотно. Сразу низ прорезался. Срежем полностью. И вернем лязг. Попробуем сделать как упыри. Over too much. Я не знаю, зачем это. То есть без нее звук, так скажем, расфокусирован. Даже еще подсбавлю. Волшебство, магия Queen в Будапеште, да и только. И, значит, 51-50. Усилитель, который, в принципе, уже не нуждается в дополнительной грелке, потому что у него и так этих гейн-стейджей у самого по себе очень много. Вот такой звук. Просто после предыдущего пресета может показаться, что гейна мало. На самом деле там было over too much дохуя, а здесь вот в самый раз. Ну, может, чуть-чуть маловато, потому что обычно я играю на гибсоне.
И там хамбакер гораздо мощнее этого. Нажмем, собственно. В общем-то, о чем Рихард Шой писал, я не знаю, может, ее не Рихард зовут, просто мне очень нравится ее так называть. А вот в полностью средней позиции звук как раз приобретает круглость, теплоту, середину, что, в общем-то, идеально для соло. Ну, раз уж мы пришли, покрутим. Значит, вернем гитару в исходное, а бас пока отрежем полностью. Ах, как захрипело!
Вот, наверное, поэтому я и бросил стратокастер за этот чудовищный отзвук пружинного ревербератора. Ну, так сказать, под конец, понятное дело, крутанем. Хули нам. Спаси, сохрани. Забыл включить. Вот такая вот замечательная прибочка от фирмы DOT, а мастер схемы Шо, туфель. Восхитительное совершенно изобретение. Хочешь так, хочешь сяк, к любому усилителю, к любой гитаре можно найти свой подход. И опять же, невозможный хром просто отражает все, что есть. В него можно даже причесываться. Встретимся, как говорится, в другой раз. С вами был Сергей Табачников. Я играл на гитаре через примочку Looking Glass в разные усилители. Надеюсь, я охватил разные стили разных гитаристов, чтобы какое-то представление вы имели, прежде чем собираетесь потратить 800 евро. До свидания, друзья!